Неплохо сыграли первый тайм и второй, конечно, немного подустали, потому что вчера было две тренировки, где-то на фоне усталости играли. Я думаю, тренер доволен игрой, и сами ребята почувствовали, наверное, как играть с командой, которая играет в премьер-лиге, борется за, можно сказать, за Еврокубок. Поэтому, думаю, все довольны. А был ли некий дисбаланс, учитывая то, что смешанным составом играли, все-таки много делегированных игроков сборной? Ну, конечно, немного было, но также в дубле в U19 Динамо 2 тактика одна и та же, которая в первой команде, поэтому все знали, что делать. Возможно, что-то не получалось, но все старались. Вот первый гол забили достаточно легко, уверенно и просто. Почему больше не забили? Ну, я бы не сказал легко. Все побежали в прессинг, накрыли. Они не удержали Майка, и Майк вышел 1-1. А второй гол были моменты. Я не принял в штрафной мяч. Отскочил. У Влада были моменты. Думаю, просто надо было реализовать. Ну, собственно, не обошлось и без ошибок в обороне. Да, и Саша Шалковский сделал сейф отличный. И, собственно, пропустили. Ну, наверное, и в каждой игре, можно сказать, есть какие-то ошибки. Мы будем стараться их исправлять, чтобы в каждой игре было их меньше. И прибавлять в каждой линии, в линии атаки, в линии обороны. И также и вратарь. Ну вот когда столько игроков отсутствует из основного состава, как проходит тренировки, тренировочный процесс построен? Так же, как и с ними, проходит интенсивно, работаем в таком же режиме, как и когда есть они, поэтому все нормально. Насколько для тебя было важно вот сегодня почувствовать это поле, учитывая то, что три ближайшие игры Киевская «Динамо» проведет здесь? Я не скажу поле, важно играть в основном составе в Киевском «Динамо» для себя, чтобы почувствовать уверенность еще больше, доверие тренера. Я на данный момент чувствую это и стараюсь все делать по максимуму на тренировках, в играх. Поэтому все будет, наверное, только зависеть от меня, как я буду выходить на футбольное поле.